Светофор чуть не отправил на тот свет двух пешеходов. Авторегулировщик упал на голову женщинам, которые ждали зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу. Конструкция рухнула на перекрестке 8 марта и Шварца. Стояли, ожидали светофор, когда зажгется переход. И упало на них ветер, подул и все. И две женщины увезли на скорой. Реанимация скорой. Это снято сразу же после обрушения. Две пострадавшие женщины лежат на асфальте. Они получили серьезные травмы, ведь конструкция весит около 2 центнеров. На ней были закреплены не только 2 светофора, но и несколько дорожных знаков. Скорее всего, сооружение рухнуло из-за сильного ветра. Металлические муфты, с помощью которых крепились светофоры, попросту лопнули. А это уже халатность обслуживающей компании. Отмечу, что регулировщик был новым. Его установили менее полугода назад.